Вторая состоялась традиционная президентская новогодняя елка «Кошкельден» жана жыл в Центральном концертном зале Баласагуна. В ней приняли участие более 200 детей, в том числе дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей из малообеспеченных и многодетных семей с особыми образовательными потребностями. Дети от имени главы государства Касым-Жомарт Токаева поздравил Хаким Жамбылской области Ербол Карашукеев, пожелав крепкого здоровья, успехов и исполнения в новом году всех их желаний. Все гости праздника получили новогодние подарки от имени президента Республики Казахстан, в том числе сладости и сертификат на 100 тысяч тенге. Всего охвачено 200 детей. Каждая категория этим детям из областного бюджета государством были вручены в сертификаты на 100 тысяч тенге на каждого ребенка. Все эти деньги переведены на счет их родителей и законных представителей. Кроме того, от имени президента каждому ребенку была разработана соответствующая открытка и сладкий подарок, а также была разработана соответствующая программа по культурно-историческим достопримечательностям Тараза. Включены театральные постановки. Потом мы отвезли их на спортивные комплексы. Для всех ребятишек было организовано красочное шоу-представление и развлекательная программа. Мы сегодня участвовали в новогодней постановке «Елки президента». Аким области нам вручил сертификаты по 100 тысяч тенге. Поздравляю всех казахстанцев с наступающим Новым годом. Очень рад, что участвую в празднике сегодня. Мне очень понравился праздник. Выражаю огромную благодарность акимам области и городам. Я в восторге от песни и танцев детей. Я танцевала вместе с друзьями. Для детей также была организована экскурсия. Ребята посетили ряд уникальных сакральных мест и туристических достопримечательностей. Посмотрели спектакль Жамбылского областного казахского драматического театра имени Аскара Тохпанова. Кулюш Умурзакова, Ислам Хамшабек, Азамат Бескенов, 77 Ньюс.